Наш драндулет готов! Всем привет! Это канал Кегино, и сегодня у нас вот такой вот 3D-мейкер. Сегодня мы будем с Камильчиком делать удивительные 3D-объемные фигурки с помощью вот такого 3D-мейкера. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Мейкер наш, как написано на коробке, делает удивительно красивые фигурки. Есть черепашка. Так, это, наверное, краб. Похоже на краб. Или собачка. А, смотри, собачка. Она соединяется двумя частями. Две половинки. Это у нас мостик. Так, это у нас машинка. Кстати, я очень хочу собрать машинку. Это у нас самолет. Это у нас самолет и рыбка. Так, самое главное. Мейкер. Коробка пустая. Убираем коробочку. Так, здесь не пустая. Да, вот гель, тюбик, да, 3D-гелем, с помощью которого и мы будем делать это наши желтый, фигурки. Да. Это оранжевый, это красненький. Так, а вот еще один я нашел. Зелененький. Так, вот и зелененький. Значит, у нас что получается? У нас получается три цвета. Зеленый, красный оранжевый. И оранжевый. Вот сам наш 3D-мейкер. Какой маленький. Шекер-шекер. Поти-мейкер. Так. Вот он, такой вот у нас. Ну-ка, как он открывается-то? Так, не сломать бы его. Ну что, друзья, наш 3D-мейкер готов. Мы вставили батарейки и выбрали с Камильчиком две фигурки, которые мы сегодня сделаем. Это у нас будет черепашка и машинка. Я думаю, что фигурки получатся очень веселые. Это черепашка-ниндзя. Черепашка-ниндзя. Ну что, давай выберем цвет для нашей машинки и начнем уже потихонечку собирать. Давай зеленый. Давай зеленый. А колеса сделаем оранжевые. Машинка будет у нас какая-то веселая. Так, открыли наш тюбик. Держи. Так. И аккуратненько-аккуратненько наноси. Аккуратно. Да, да. Только за контур не выходи. Вот именно заливай ямочку по чуть-чуть. Не спеши, не переборщи. Давай. Нет, переборщил. Не переборщи. Сникерсни. Да. Так, соединяй детальки. Вот, не пропускай. Так. Так, ну что, давай, пока ты будешь делать машинку, я тем временем думаю, что сделаю черепашку. Чтобы не тянуть время. Так, черепашка у нас будет красная, черепашка гламурная. Черепашечка. Так, поехали. Я сделаю ей, значит, плавнички. Так. О, какой-то цвет пошел. Сначала пошел оранжевый, потом пошел красный. Странно. А, ну все, в принципе, и правильно. Цвет-то у нас какой? Красный. Красный. Значит, и красная жидкость должна выходить. Так. Здесь я добавлю немножко цвета, чтобы все было равномерно. Ой, что-то я тут тоже. Ну как у тебя получается? Нормально. Так, ну что, у меня вот что получилось. А вот это не нужно, что ли? Это нужно, только я хочу сделать это другим цветом. Каким? Зелененьким? А? Зелененьким? Да, ну... Нет. Нет, да. Я хочу сделать зелененьким. Так что давай, ты одну половинку машинки сделаешь зелененьким. Ну на, держи, я хочу половинку сделать оранжевым. А давай ты хочешь черепашку закрасить? Держи зелененьким. Оранжевым хочешь сделать? Да. Нет. Я это сделал зелененьким, а другую оранжевую сделаю. Надеюсь, что у нас получится. Так. Так, и все. Так, ну что, черепашка... А, вот еще у нее. Голова есть еще. Я про голову забыл. Черепашки же должна быть голова. Угу. Она же не может быть без головы. О, ну все, уже Камильчик уже почти профессионал, у него уже получается. Первый раз у него получилось не очень, а тут он уже он. Так, ну что, я пока тогда поставлю нашу черепашку греться. Давай. В баньку. Давай. Банька. Банька ТВ. Так. 3D-мейкер. Открываем его. Вот. Открывается он с помощью нажатия, вот обычно. Я сначала не понял, я сначала так мучительно как-то его пытался... Чуть ты не сломал. Сделал. Тут оранжевый вообще-то, понял, а это зеленый. Вот. И оказывается, надо было просто всего лишь чуть-чуть нажать. О. Чуть-чуть нажать. Я же переборщил. Так, я не сломал дверьку? Нет. И потом. Это как в обычной домашней духовке. Ну, наверное, кто готовил, или чья мама, наверное, готовила, тот видел и знает. Вот. Здесь вот пазики такие. И мы вот в эти пазики вставляем наш противень. Это как противень получается. Угу. Вот.
Обычно в печке у нас что готовить? Курочку, а мы сегодня приготовим черепашку. Ты когда-нибудь пробовал черепашку? Нет. Так, закрываем 3D Maker и нажимаем кнопку. Смотрите, вот здесь вот кнопочка. Нажав на эту кнопку, загорается красная кнопка. Соответственно, если она начинает мигать, то наш 3D Maker что делает? Готовит черепашку. Поехали. Все, наша черепашка готова. Сейчас мы ее достанем. Должен пойти, наверное, аромат черепашки, да? Ну-ка. Пошел аромат черепашки. Вот наш гель. Так, смотрим, застыл он или нет. Ну-ка. А, я тут все запачкал. Ну-ка. Застыл. Так, теперь нам надо его отслоить. Аккуратно. О! Ну вот, это верхняя часть черепашки. Все, я готов. Корпус черепашки. Пока наша... Что-то машинка, да, правильно? Да. Я уже забыл, что мы там внутрь в печку положили. Пока наша машинка готовится, сейчас каменчик сделаем низ черепашки. Давай сразу ставим животик, пускай пока он прогревается, а мы будем собирать машинку. Где моя машинка? Включаем. Моя машинка, никого не трогать. Достаем его. Готово. Аккуратненько. Снимаем. Все, пузо черепашки готово. Да. Теперь его вставляем вот сюда. Вот сюда. Ну вот наше первое произведение искусства. Держи. Мое. Играем. Так, ну что, осталась машинка. Давай доделаем машинку. Ну что? Я думаю, что наша машинка готова, и сейчас мы ее достанем из нашей 3D-печки. Лаборатория. Смотри, когда она не выключается, смотри, как здесь все горит классно. Я же сказал, что это ультрафиолет. И я думаю, что наши запчасти уже скрепились как следует. Да, все, наш драндулет готов. Это черепаха такая идет. Давай закроем. И такая сбивает черепаху. Ну вот, что у нас получилось. В принципе, я думаю, что получилось неплохо для первого раза. Нет, это какой-то трудовик. Ну, ничего страшного, это наш первый опыт. Я думаю, в дальнейшем мы будем делать какие-нибудь креативные, крутые фигурки. А так, я думаю, что достаточно. Вот за рулем это когда получается она сверху, а это получается машина ездит на черепашке. Прокачи меня, большая черепашка. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите нам в комментариях, какие вы делали интересные 3D-фигурки. Может, у вас что-то еще лучше получалось. Это стандартное то, что было в комплекте. Может, подскажете нам, что есть еще интересненько, что можно сделать. Я знаю, что еще можно сделать. Прикольные 3D-очки, я видел. Вот, ну, это сделаем мы как-нибудь в следующий раз. Всем пока, до новых встреч. Bye-bye. Bye-bye.